1941 году за портрет академика Павлова художнику Нестерову Михаилу Васильевичу была присуждена Сталинская премия, одна из первых премий в области искусства. Но за три года до этого, в 1938-м, Нестеров провел две недели в Бутырской тюрьме, как отец и тесть врагов народа. Его зять был расстрелян, а дочь отправлена в лагерь. В советское время главным направлением творчества художника была портретная живопись. Он создал целую галерею ярких портретов своих современников. Он единственный из художников его поколения, оставшись в России, не был сметен революционным ураганом. Умер своей смертью 80 лет от роду в 1942 году. Но главными своими произведениями считал вовсе не портреты, а полотна, которые сам называл апоэтизированной реальностью. Родился Михаил Васильевич в благополучной купеческой семье. Когда настало время учебы, выяснилось, что мальчик в непримиримой вражде с точными дисциплинами, и отец, оставив мечты о техническом образовании сына, дал согласие на его обучение художеству. Вначале было Московское училище живописи, ваяния и зодчества, преподаватель Перов, замечательный жанрист социальной направленности, затем Петербургская академия художеств, но там царила скука, и разочарованный юноша доучивался в московской школе. В 1883 году он встретил свою любовь, Марию Мартыновскую. Женился вопреки воле родителей, был счастлив в супружестве. Но в 1886 жена умерла через два дня после рождения дочери. «Я остался с моей Олечкой, а Маши уже не было. Не было и недавнего счастья, такого огромного, невероятного счастья. Как пережил я эти дни, недели и месяцы», — так вспоминал о трагедии Нестеров. Под впечатлением этого чувства поменялась тематика его творчества. Вначале появилась череда женских образов, печальных, поэтичных, исполненных внутренней чистоты. Здесь впервые изобразил он неброскую красоту среднерусской природы, тип пейзажа, близкого по духу левитановскому, лирического, лишенного внешнего лоска, проникнутого любовью к России. Появилась тема праведника, живущего сокровенно от людей. Художник посещает монастыри, наблюдает монашескую жизнь. Некоторых это заставляло создавать обличительные картины, но Нестеров рассудил по-своему. В нашей литературе, искусстве было совершенно достаточно выведено людей, позорящих себя и свою родину. Михаил Васильевич ставит иную цель – показать искреннюю веру, соединенную со смирением и любовью. В 1888 году Нестеров создал картину «Пустынник», которая стала событием и впервые заставила заговорить о Михаиле Васильевиче как о состоявшемся художнике. «Пустынника» приобрел Павел Михайлович Третьяков. Для Нестерова это было самой высшей оценкой. «Видение отроку Варфоломею» написано на сюжет, взятый из жития преподобного Сергия Радонежского в отрочестве Варфоломея. Сергий Радонежский был для художника воплощением нравственного идеала. Особенное значение Нестеров придавал роли святого сплочению русского народа. Картина стала сенсацией 18-й передвижной выставки. Защитники передвижничества Стасов, Мясоедов ее не приняли категорически. Им она казалась непозволительно мистической, воспевающей религиозность. А Третьяков ее купил. И сам художник до конца своих дней считал ее своим лучшим произведением. К образу Сергия Нестеров обращался неоднократно. Его картины передавали особое настроение и какое-то молитвенное умиление. Художника начали приглашать на работы по росписи соборов.
Церковным росписям и иконам он отдал более 22 лет жизни. Это не могло не сказаться на всем творчестве художника. «Душа народа» – важнейшее из предреволюционных работ Нестерова полотно. Здесь впервые изображен групповой портрет русского народа, ищущего Бога и правды, объединенного одним устремлением. В этой толпе мы видим исторические персонажи и знаменитых современников Нестерова, а возглавляют их мальчик, олицетворяющий евангельские строки: «Если не будете как дети, не войдете в Царствие Небесное». В советское время, уже в конце жизни, за закрытыми дверями мастерской, он переписывает для себя и про себя картину «Несение креста». Картина кажется совершенно пессимистической. Христос падает под тяжестью креста и мук его ожидающих. Но в то же время Нестеров пишет в дневниках, что через крестный путь и свою Голгофу Родина наша должна прийти к великому воскресению.